В Совете Федерации прошли парламентские слушания, актуальные решения по поддержке рождаемости, семейная политика. В формате онлайн в них принял участие губернатор Тюменской области Александр Мор. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вновь объявить в ближайшие годы в России год семьи. По мнению спикера Верхней Палаты парламента, прошлый опыт показал, что это эффективно систематизирует работу, мотивирует создавать новые инструменты решения в вопросах поддержки семей. Валентина Матвиенко также отметила потребность создания национальной стратегии страны в интересах семьи. Председатель Совета Федерации предложила и освободить от НДФЛ многодетные семьи.